Боулулы Эдуард Гадилшин күптен түгілгіне яңа йорт салған. Шуб соутларының оз болуы хам ихаталарға яқын урнашуық мушаулық тудыра дейол. Оның сөзлеріне көршісі Рәмиз Вильданов та қошылды. Когда тула была, кишлер, да, тошлила. Куда деваться? Жечь нельзя. Юб тігілей тиресі тіп яндырыға ярамаймысын? Йо, государство не разрешает. Так что никуда не денег. Йо, утбілен тирес үйімі ясап яндырыға, на компост тілер мүнішіп. О, ансы, если каждый год собирать, это или гора, когда он загниет, надо. Это не выход. Так, ну не устраивает нас, как вот жители этой улицы, то, что ботву вносят, в общем, ну, видите сами, наверное, да? И мало, ну, то есть вот один ящик стоит, раньше было два. Но вообще желательно бы это все перенести, ну, то есть жилая зона и вот, ну, оптимальный асфальт. То, что запах постоянно и грязь. Түрлі оңлату үшлері олып баруға қорамастан шәхси секторларда яшаушылар бәрәңгі сабағы, кесілген оғаш хам қуақларыны күн көріш қолдықлары тошлы тұрған соутлар тересіне тошып қойуны дауам етелер. Включая ботву, деревья не относятся к твердым коммунальным отходам и вывозом региональный оператор не занимается. То есть жители сами должны утилизировать собственноручно или со собственными средствами эти отходы. Также на полигон твердокоммунальных, на полигон твердокоммунальных отходов запрещено складирование ботвы и древесных отходов. Мұндай хәл шәхси секторларда орнашқан һәр шуб соутлары мейданчықларында да күзәтелә. Күн күріш қалдықларын ырғыта тұрған мейданчыққа яқын тирәде яшәүшеләрне бұл хәл бірді сүйіндірмей, чөнки кештен жиып киткән шуб иртәнгә тағын шушу хәл қабатлана диялар. Күргәнебезше инде шуб үйіме оларның ишек алдына таба кіріп бара. Индира Сайфуллина, Эмиль Бәйрәмов, Абаулы телевидениесе.